Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал. Поздравляю вас всех с Святой Пасхой. Желаю всего самого лучшего, здоровья, любви, счастья вашим семьям. Недостаточно обычное видео. Это подарок вам на Пасху. И сегодня я снимаю с Артемом. Привет. Да, привет. Он мой старший брат, вот. И сегодня одна новинка. Это коллекция Пасха. Вот такие пакетики. Вот это самый некрасивый. Pinterest. Вот такой. Выбирай один пакетик. Я хочу вот желтенький самый красивый пакет. Вот. С цып-цыпом. Или как там его зовут. Далее наша прошлая новиночка. Гигиена. Выбирай пакетик. Опять же возьму цветной. Потому что это просто красиво. Смотрите. Так вот, да, вот такой сай, со вкусом обложка в квадроблокнотике. Мне очень нравится птичка. Рейка Джо, да, я тоже хотела его взять. Жопой, он повернулся. Так, коллекция часто... А, здесь еще и кое. Мы сегодня кое закончим. Коллекция часто используемая. И на планетяшку возьму. И на пришеленец. Кстати, хочу, там ВКонтакте есть такие стикеры... Тоже связанным с ним. Хочу такую коллекцию. Кому делать. Не жалко, скиньтесь ему на стикеры. Да, стикеры. Скиньте, я буду срисовывать. Джуманджи. Флешечку. Флешечку, бери. Здесь такая открывашечка прикольненькая. Если вам понравится видео с Артём, то тогда мы будем еще раз еще снимать. И коллекцию украшаем чехол. Почему не морковка? Давайте возьмем морковку. Да, еще здесь есть лук, огурец, капуста. Косточка. Фокус, ты где? Вот фокус поднялся. I love dog. Так, и вот столько сюрпризов на нашу сегодняшнюю распаковочку. Вот, вот такие. И я в прошлом видео забыл записать. Возвращаемся к этому каталогу, хотя мы его не заполняем. Я забыл записать. Так, где коллекция? В угадай сказки я забыл записать вот эту сказку. Это была какая сказка, как ты думаешь? Золотая рыбка? Нет, вот это. 12 месяц. 12 месяцев? Да, 12 месяцев. Это была сказка 12 месяцев. Записываем. Так, записали. Мы не возвращаемся к этому каталогу. И угадай сказку, будет скоро четвертая часть. Вот наш основной каталог, там еще квадратники есть. Коллекция Коя. Давай будем по очереди открывать. Давай ты начнешь. Вот, бери, открывай. Это последний пакетик в этой коллекции. Быстро что-то заканчиваем. Оп. Это мы оставим. Сережа все эти штучки оставляет для коллекции, для самого себя. Вот, да. Поэтому убираем. А эту штучку мы сейчас наклеим. Подожди, покажи. Вот, смотрите. Это, которая Dancit. Так. Надо найти насечку. Это самое проблематичное в этих наклейках. Да. Никогда не любил отрывать наклейки. Никогда не получалось у меня. Но сейчас, думаю, получится. Пусть лучше Сережа попробует. Мы все еще здесь. Мы просто пытаемся оторвать. Подобно. Да, вот. Сережа. У Сережи получилось оторвать. Так, и под номером 7. Вот и сюда, последнее, на последнее место. Прямо вот сюда. Вот. И коллекцию Коя мы закончили. Также мы закончили коллекцию Кроко Ястреб. Кстати, давайте ответим на вопросики. Раз, два. На два вопросика, потому что их мало, и в следующем видео постараюсь добавить. Первый вопросик. Любимое животное. Мое любимое животное — это панда. У тебя? Я очень люблю лисицы, медведей. Лисицы, медведей. Прикольно. Топ-5 фильмов. Первый это... Давай ты сначала. «Путешествие к центру Земли», «Путешествие на таинственный остров». Это фильмы по писателю Жюлю Верну. Также «Соник в кино», «Пикачу детектив». И мне очень нравится «Джуманджи». Мне очень нравится «Джуманджи», «Пикачу», «Соник», как у Артёма. Потом еще... «Собачья жизнь» нравится, две части там вышло. И какой-то еще был фильм.
Так, подождите, который мы смотрели. «Путь домой», вот, тоже про собак. Я люблю фильм про собак. Так, коллекция часто используемые. Так, теперь я открываю. С инопришеленцем. Там еще пакетики с авокадо есть. Легко открылся. Так, и это наклейки с помощью чего? Малярного скотча, вот. Нам попадается вот такая луна. Такая под номером... 6, да? Или... подожди-ка. Да, 6. Вот здесь вот. И вот такой, который типа промолчим или такой. Не знаю как. И под номером 5, и под номером 6. Так. Вот здесь вот тоже найти проблематично. Будем делать вот так вот. Мы в следующий раз, перед тем, как заготовить наклейки, мы будем специальные насечки делать, чтобы в следующий раз в видео не отдирать так долго. Как вам предложение? Напишите об этом в комментарии. Да, вот когда особенно наклейки на обложке, на обложке, там вот делаем насечки. А здесь... На, давай, попробуй ты. Вот, насечки. Если видео такое длинненькое получится, то извиняюсь. Надеюсь, нет. Сейчас. Расскажи какую-нибудь историю пока. Ну, 100 лет, как мы сделали. Все-таки отклеили эту штуку, да. Мы реально минут 5 парились. Стоп. Здесь малярный скотч остался. Вот. Теперь вот клей. Вот. Все это у нас стикер Нигер, луна. Она будет вот здесь вот. Да. Так. Сейчас украшаем чехол. Вот, бери вот этот пакетик. Так, ну что ж, распаковываем. А где же у него распаковка? Здесь вот. Вот. Оп, а здесь два малюсеньких стикера. Давайте посмотрим. Это язычок вот такой. И что? Сумка? Нет, это крем. Ладно, наклеивай. Крем вот должен быть вроде бы вот здесь, а язычок на той страничке. Ой, грохнулся клей-дикер. Вот сюда пойдем. Оди и хомячок, просто сочетание. И язычок. Так, это вот сюда. Вот дальше, Джуманджи. Здесь вот такой способ. Давай вместе откроем как-нибудь. Смотри. Да, давай про отдельности просто. Здесь надо вот такой способ. Вот, по мастер-классу Легомас. Там еще какие-то способы были, но мне больше вот этот понравился. И я хочу тоже такие видео снять, как делать. Ой, побелился стикер. На меня чем-то похож немного. И попался вот такой стикер. Это который увидел карту. Вот. Сейчас здесь вот легко находить насечку, потому что... Сейчас. Нет. Помести в кадр, тебя не видно. Так, и отклеиваем и приклеиваем. Опять малярный скотч остался. Это уже раздражает просто меня. Так, он еще и клеится. Итак, этот стикер под номером 3. Вот сюда приклеиваем. И вот такие стикеры нам попались. Уже скоро мы закончим. Так, наша прошлая Линочка гигиена. И открывает ее Артем. Да. В прошлом видео нам попался санитайзер. Так, скрываем. У нас здесь получается какой-то крем. Нова крем. Рофа соус, типа такого что-то. Сейчас там было мы написано. Его будем открывать. Так, нет, здесь не здесь вот. А, так он вот. Не открывается. Так, он под номером. Стоп, у него нету номера. Давай приклеим его просто вот сюда. А, здесь что-то есть вот сюда. Потому что здесь кое-какой другой стикер, это я точно знаю. Приклеим сюда, если там какой-то номер попадется. Закрываем этот каталог и возвращаемся к нашему прошлому новенькому. Или позапрошлому. Коллекция обложка. И новиночку будет открывать Артём. Попадается. И вот мы такой взяли. Пакетик. И нам попадается название предмета. Так, один стикер под номером 1, это на первой обложке, а второй под номером 2. Под номером 2 приклеиваем. И сейчас вы узнаете предмет, который там. Математика. Вы уже догадались, потому что в прошлом видео нам попались смешанная дробь и дробь, просто обычная. Приклеиваем. Вот так вот математика предмет.
И по первой обложке попало животное. Медведь, точнее. Ну, это животное. И что у нас может быть связано со животным? Как вы думаете? И давайте приклеим вот сюда. Я его хотела приклеить. А, нет, нет, нет. Здесь что-то кое-что будет. Вот, вот так вот. Угу. И далее наша новиночка, наш вкладыш от новиночки. Христос воскрес. Вот. И на каждой страничке по 4 этих. Смотри, Артём, открывается, хоп, а потом достаешь. Там так. Будут попадаться яички. Ну, давайте попробуем. Так. Нет, 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 ага. Оп. Вот, скотч молодец. Скотч уже оторвал. Нужно открыть здесь. И вот оно. Яичко. Что? Это сразу же? Яйцо, смотрите. Вот так вот. Вот. YouTube яйцо. Прикольно. Под каким номером? Это яйцо под номером 8. То есть это нам нужно на вторую страницу. Так, случайно помялось. Давай вот так вот сделаем. С огнем его, да. Вот так вот. Вот. И вот сюда 8. Вот мы его сейчас приклеим. Сейчас я буду сам пробовать оторвать, если не здесь получится. Легко, потому что здесь самоклеящаяся бумага. Надеюсь, нас слышно вообще. Ты смотри, на заднюю сторону переверни вот так вот. Да, и вот так вот находи, вот так вот. Нет, все-таки открывать можно, если не мое. Но как ведущий я могу помочь. Хотя нет, у меня вон что-то туда получилось. И на номер 8. Идет вот сюда. Вот, и вот такая коллекция у нас получается. Надеюсь, вам понравится. Вот. Так, 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 так. Закрываем. Напишите, пожалуйста, в комментариях вопросики. Сейчас мы положим бумажные сюрпризики и попрощаемся с вами. Вам понравилось это видео и понравился Артём. Если вам понравилось то, что Артём присутствует в моих видео, мы будем снимать как бы через видео. Один я, потом Артём с Артёмом, потом вот так вот будем чередовать. Надеюсь, вам понравилась новинка. Надеюсь, вам все понравилось. Давай, пока. Если вам хочется больше видео со мной, напишите потом в комментариях. Я буду появляться чаще, по крайней мере, пока мы с Сережей рядом. Да, ладно. Всем, потому что он учится. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч.